Осень – благоприятное время для посадки новых растений. Очень важно, чтобы кустарники и деревья были адаптированы к нашему климату. На выставке «Подмосковная осень» вам подберут хвойник или ягодник и сразу дадут рекомендации по уходу. А на стенде садовых инструментов за считанные минуты обучат работе с секатором. И не только. Сентябрь побаловал нас теплыми деньками, пришло время дождей, а это значит, пора одеваться теплее. На выставке представлена линейка дизайнерских пальто, тверской трикотаж для мужчин, авторские платки. Все это не только согреет в холодную погоду, но и придаст вашему образу изысканный лоск. Выставка «Подмосковная осень» по традиции проходит в два этапа. 15 сентября стенды откроют новые участники. Узнайте больше о современных достижениях отечественных производителей. Мария Шматкова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».